Приветствую вас всех, коллеги. Меня зовут Лилия Донскова. И сейчас я покажу, какой первый мой заказ будет из каталога номер один компании Oriflame. Я захожу в личный кабинет. Сегодня первый день как раз действия каталога. Открываю свою корзину. Я заранее положила в корзину продукты. Итак, что у меня здесь есть? Тоник-активатор для себя, укрепляющий шампунь. К сожалению, нет на складе лака. Праймер. Беру две штуки, кстати, шампуни три штуки. Тушь светло-коричневую для бровей. Хорошая акция сейчас. Матовые тени. Яблочек с корицей. Яблочком. Инструмент для чистки расчесок. Две сыворотки восстанавливающих. Массажное масло. Мое любимое сейчас по такой классной цене. Две помады под заказ. Они идут из вкладыша. Набор спонжей для макияжа. Тоже это для дочки. Две масочки восстанавливающие. Дневной крем витаминный. Зубная щеточка для себя. Шесть паст разных. Они сейчас по супер цене по 79 рублей. Интимное средство 5 штук. Новинку беру. Крем для рук Арника. Мыло джунгли. Несколько штучек. Мне очень понравилось, кстати, такое классное предложение с мылом. Так, гель для душа, тоже новинка. И беру по акции два комплекса омега-3. Он выходит два. Так, мне что-то пишет наш партнер. Какие-то новости интересные. Так, смотрим. Получить доступ к распродаже при заказе от 100 баллов с 13 по 26 января. А, ну это будет позже, тогда мы это еще вернемся к этому. Так, комплекс омега-3 сказала. Почему-то нет на складе интенсивных капсул. И из резерва мне добавляется специальное смягчающее средство с миндалем. Так, супница. Не знаю, будет, не будет супница. Так, далее здесь у нас идет пробнички в подарок туалетной воды. По акции, то есть если заказ от 4000, то вкладывают мужскую и женскую новинку. Так, и в общем-то все, да? Так, благотворительность. Кстати, если вы хотите что-то удалить, то вы можете удалить это совершенно спокойно, нажав вот на эту корзиночку. Или прибавить, если кнопочки активные, вот, например, как здесь, да, мы можем прибавлять или убавлять. Я пока две возьму штучки. Кстати, вот эти нужно увеличить сразу, если, может быть, их будут резервировать. Так, далее, что здесь? Проверяем. Двигаемся сразу. Следующий этап – это предложение. У нас есть сейчас специальное предложение. Мы добавляем набор. Так как заказ был два каталога подряд по 50 баллов, я могу весь этот комплекс взять сейчас за 199 рублей. Естественно, я его беру. Далее, спускаюсь в самый низ. И сюда добавляю, так, я хочу взять дневной крем со скидкой 50%, 32 655. Это серия Novage, дневной крем экологен, мне он очень нравится, то что он с дозатором. Смотрите, какая прелесть. Со скидкой он проходит всего за 636 рублей, а без скидки он 1272. Конечно, со скидкой намного приятнее. Так, надо посмотреть, что нам предлагают по распродаже. Специальное предложение. Так, тени, дезодорант, шапочка. Это все мне не нужно. Так, ух ты, крем абрикос. Классный, кстати, крем. Ух ты, а мне уже 156 баллов. Мне бы, в принципе, достаточно. Но крем очень любит моя дочка, этот с абрикосиком. Давайте-ка я его добавлю, а что-то уберу из корзиночки. Так, больше продуктов смотрим. А тут у нас помады, тональная основа, гель для душа, тоже помада. О, кстати, шикарный крем с нероли и жасмином. Обожаю этот лак ночной ирис. Еще больше продуктов, да? То есть мы смотрим все, проверяем до конца. Так, 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 крем для души, миндаль. Ух ты, набор смягчающих средств. Вот, ну мне, в общем-то, достаточно. Сколько получается? 161 балл. Я возвращаюсь в корзину и немножечко уберу некоторые продукты. Я их закажу в следующем заказе, чтобы у меня не было перебора по баллам. Так, 8 баллов. Смотрю сразу, что можно убрать лишнее. Даже не знаю, что убрать. Вроде бы все нужно. Давайте одну интимку уберем.
И, пожалуй, одну пасту. Так, сколько остается баллов? 150. О, еще 7 баллов. Хорошо, пока уберу тоник-активатор, я думаю, что его не разберут. Или разберут. Так, можно один праймер убрать. Это будет 6 баллов. Видите, да, как я колдую? Все, 151 балл. Отлично. У меня, по-моему, тут много-много мыльцев. Можем одно мыльце убрать. Так, мыло джунгли. Вот. Все, теперь я довольна полностью. 150 баллов. Проверяем теперь. Так, специальное предложение взяла. За 199 рублей набор со скидкой 50% крем. Сумма заказа 6634. Прошла скидка. Это то, что денежки остаются на товарном поле почти 4000. И к оплате всего 2654 рубля. Нажимаем далее. Так, и сейчас я хочу выбрать доставку на дом. Ставлю. Так, а у меня уже выбрано. Все, отлично. Доставка на дом у меня стоит. Доставка будет бесплатная. Так, а что это? Почему он мне предлагает? Так, давайте посмотрим. Стоимость доставки бесплатная. Не знаю, почему-то предложил. Обычно предлагает доставку, когда платная доставка. Ну, окей. Так, проверяем еще раз. Все отлично. Так, а теперь просмотр заказа. Еще раз проверяем. Доставка курьером. Все хорошо. Так, 60 продуктов в заказе. Все специальные предложения есть. Сумма заказа указана к оплате. А, так, доставка. Вот это, кстати, не совсем верно, ребят. Смотрите, если вы будете ориентироваться на эту дату, то, может быть, не получится. У нас, например, в Саратове доставка будет только 5 числа. Все, я нажимаю «Оформить заказ», и мой заказик улетает на подготовительный рейс. Представляете, это все для меня, там под заказ только пока две помады. И я еще не успела поработать с каталогом как следует. Ну, мне, в общем-то, все нравится. Отлично. До новых встреч. Вам желаю классных покупочек. С наступающим Новым годом. Пока-пока.